это очень приятно. Артисту главное внимание. Да, да. Спасибо, спасибо. Так, из Америки пишут. Доброй ночи всем в студии. Мне музыка нравится. Мой американский работник, то есть человек, у него магазин этих самых железных дорог детских. Вот. Но он еще, его хобби, значит, включать нашу передачу и заставлять работников слушать. Они же не могут пикнуть. Ведь по контракту слово «пикнуть» это не обозначено. Они бедные слушают. Мой американский работник не верит, что ребята исполняют вживую. Пожалуйста, пропойте, а попросите ваших гостей пропеть «Bob, you are the man». Ой. Ну, ребята играют вживую только в акустике. Нет, а «Bob, you are the man» ты можешь спеть? Я думаю, что Ваня сможет, у него с английским лучше. «Bob, you are the man». Хорошо? Did you hear it, man? Yeah. Rob, you are the man. Well, hold on, I want to hear it.